это движение в новую школу, ту, которую наше правительство и наше государство для нас обозначило. Поэтому мы очень благодарны Бурятии. Это байкальские или бурятские? Байкальские. Мы очень благодарны Бурятии за то, что они явились инициаторами вот в таком вот большом великом деле. Я приехала с Таймыра. У нас тоже бывают вот такие этнические стойбища, но у нас стоят чумы. И практически то же самое. Но у вас такая яркость, такая солнечность, ну необыкновенность. И что я жду? Я жду вот новых впечатлений. Я их уже практически получила. Поэтому впереди Байкал, я думаю, еще что-то будет. Очень необыкновенное.